участников, которых всегда хватает на любом фестивале, на которых ни в коем случае нельзя ориентироваться, в последний момент пытается подать заявку. Теперь отсюда можно передать самые удачные моменты. Сэппан, я завтра же подам заявку, и мы будем выступать в первом блоке. Но... Нет, в середине второго. А как же... Нет, потом. Мы будем открывать программу с лучшими костюмами на фестивале. Ну, послушайте, Ипсин, вы стоите справа, есть три сцены, не испугаешься аппаратуры. А как же капитан? Ну, пусть его высадят с орбитом. Жанна Тревонин, она же Слая, тренер костюмной команды. Люди дьяволы, плавили и тентаторы. Мечтает получаться на дискомерной дистанции, а затем всю жизнь свою жизнь с важными людьми. Характер отсутствует. Вызовут меня спинять. Друг мой, это просто замечательно. Но боюсь, в нашем предприятии есть человек, на которого я совершенно не могу положиться. Кто это? Назовите этого негодяя, Куш! Вы, Слава, вы совершенно не умеете держать язык за зубами. Не вы ли в прошлом году выложили фотографии всех наших костюмов на тайре? Я даже пытался позвонить и остановить вас, но... Абонент, как всегда, не доступен. Ну, Липс, у меня сила подбила. Давид Липсин, он же доктор, старая команда. Очень, очень дружелюбный, но безответственно не наш. Любит хвататься за все сразу, но ничего не доводит до конца. Характер общительный, тяжелых мест нет. В этом году я пользуюсь исключительно Инстаграмом. Клянусь, никто ничего не знает. Ну, в таком случае надо сообщить новость капитану. Вроде все. Ну что ж, капитан, сейчас подойдет. Thank you.
Ну что ж, посмотрим, что тут у нас. Ага, вот. Парик не вычесан и лезет. Очень хорошо. Просто замечательно. Что еще? Ага. А это... даже не из нашей сумки. А, вот же то, что я ищу. Вот оно. Бантики не пришли. Все держится просто на соплях. Вы только посмотрите. Капитан с таким косплеем нас, не пусть одна же. На детский утренник. Попытаемся спасти этот трижды, никому не нужны косплей. И запомните, капитан, слово «скор». Одно и то же. Ска, скотч, хорошо, сведения, доктор. Ска, это еще не самое важное. Ричард, между прочим, не надо перепетировать. А я тут не вижу и половины нужных для выступления человек. А простите, а сколько в команде нужных нам людей? Нас четверо вместо скотчов. Хорошо, но... А я буду играть двоих? Ну, хорошо, но... Неплохо, неплохо.
милиции. Нельзя просто так взять и слиться! Нельзя. Жанна вас душит на новый косплей. Ну хорошо. Я пойду продам почву или сами побольше и принесу вам материалы. Но позвольте, когда же мне ними заниматься? В ночь перед фестивалем? Я еще собирала повыспаться. Любец.
вибрирует твой ведьмачий амулет. Неси к моей руке. Что? Дело сделано. До свидания, Люц. Хорошо, волонтер. Вот тут-то и подозрительно. Юра!
мною видно. Ладно, всем оставаться на своих местах, а я отправлюсь в проверку и узнаю, что приключилось. Тебе что больше всех надо? На вот, вот и брови что-то. Да нет! Вообще? После шести. А может все-таки? Послушайте! Мне же скучно! Меня никто не фоткает! Где мои лайки в Инстаграме? Ну, чтобы фоткали, нужно, чтобы косплей был... Это все из-за Смолиновой! Мне до смерти надоело этот капитан, хватит ему командовать! Я хочу ходить ее косплеем! Будет косплей персонажа своего пола? Они просто сделали вход с другой стороны и пощупали так. Ну что делать-то? Что делать-то? А, вперед! Рукомашную! Что вы делаете? Прекратите немедленно, эта дверь и так сломана. Поэтому вход с другой стороны. Этот волонтёришка! Немедленно объяви наш выход! Ни за что! Вы абсолютно не подготовлены! Я не допущу вас на сцену! А кто ты вообще такой, чтобы тут командовать? Ладно. Так, ребята, держите его! Мы ему сейчас поясним! И тогда ты заговоришь по-иному! Делайте со мной что хотите, но знайте, это я отклонил вашу заявку. Что? Это я не включил вас в программу фестиваля. И это я не дал вам выйти на сцену и испортить фестиваль. Пустите его в кровь! Не дождите! Это мы еще посмотрим. Пока! Пустите его! Фестиваль уже начался! Сказать, что пора.